обратиться. По случаю праздника отвечаю на вопросы не по уставу. Так, вы почему раньше ушли? Нога у человека болит, Саша, что ты пристал-то? Вторая есть. Ну, со второй стороны. Можно музыку слушать, а можно сидеть. Так, нет, вызывали командующего. Нога не болит, еще вопросы есть. Да. Товарищ старшина, да. Вот вы ушли, да. А там такое начало. Ой, какое там? Там вот. Дед Мороз приходил. Да. Он такой. Такой. Настоящий? Да. Товарищ старшина, вы не понимаете. Да. Я старшину Парамонову не признала, да. Пока он свой халат не снял, бороду из ваты не снял. И потом как своим басом сказал, прям басом: новогодние подарки Дед Мороз врагу несет, от которых стужа жарка в жаромороз. Товарищ старшина, а Васи Каратаева не было? Ну, не было. Так если у них с Раэль дежурство совпало, и они Новый год. Так а ну отставить! Отбой! По койкам все. Старшина, разрешите не ложиться спать, пока рядовая Чурова с дежурства не вернется. Вы раечки райок, боек спросите, что стало стырили, да. Взяли, нам дали. Принесли. Да. Она обрадуется там очень. Там можно, там пожалуйста, мы ее дождемся, мы ее только боимся. Отбой! Ну, а что там под елкой? Там вся собака. Подорвала. Что с вами делать-то, а? До утра уже не можете подождать. Нет, конечно. Ну, валяйте только быстро. И спать сразу, поняли? Утром дежурство утром. Товарищ старшина, так вас командующий вызывал, чтобы нам подарки передать? Ну, нет, конечно. Кто? Это Дед Мороз. Честно, надо все-таки Мураечку дождаться. Ага.
А вдруг там рагу? Из кролика, а? Из кролика? У меня мама до войны в тресте общественного питания работала. Превратим кролика в краеугольный камень рабочего питания. Может, там все-таки пирожки там? Лоточки. С творогом. Нет, конвертик. Падают. В детских садах дети не играют, приходят, садятся за столики и рассказывают, что до войны ели. Завтрака ждут, ждут. И вот уже нянечки им несут, ставят на стол шиш да кумыш. О, Господи! Что вы как дети малые? Товарищ старшина! Товарищ старшина! У вас семья в Ленинграде. Одна я. Вам тяжело одной. Отставить Соколова! Ну, мне так легче. Прежде думай о ком, рядовая Соколова. Прежде думай о родине. Потом о себе. Правильно, Соколова. Боец. Боец. Думающий о родине. Думающий о родине. Неуязвим. Неуязвим. Он, отдавая жизнь за родину. Отдавая жизнь за родину. Он не на минуту. Он не на минуту. Сами должны понимать. Сами должны понимать. Мы понимаем, товарищ старшина. Да вы пока всю дурь свою из головы не выбьете, не станете настоящими бойцами. Ну, товарищ старшина, а когда? Когда вы... Поняли, почувствовали, что вот по-настоящему вот уже можете